Шалом, дорогие друзья! Приветствую вас в прямом эфире. С вами Мария Симоненко. Дорогие, хочу поделиться коротко, подчеркнуть важность одной из граней, которую Отец, я верю, открывает мне. И я упоминала уже об этом летом в своих прямых эфирах. Но я сегодня по побуждению от Господа хочу это напомнить и подчеркнуть. Потому что я вижу, как с того момента, когда я высвобождала уже это слово летом, я вижу, как люди, очень многие из вас, дорогие, сталкиваются с таким явлением, как вы видите цифры, двойки, 2-2, 2-2-2-2 и 2-2-2-2, то есть 2 двойки, 3 двойки, 4 двойки. И очень многие люди говорят об этом, что двойки буквально окружают их. И мы знаем с вами прекрасно, что Господь говорит к нам и таким образом. И таким образом Господь может говорить своим людям. Если мы знаем этот язык, мы слышим Господа и можем читать Его послания. И вы знаете, много граней можно раскрывать в толковании этого послания, но всегда наивысшей степенью толкования является Сам Господь, Сам Иисус Христос. И поэтому я хочу именно эту грань высвободить сегодня, подчеркнуть ее и сказать вам о том, что очень важно понимать, что главное послание двоек – это умножение владычества Господа. То есть умножение Царства Иисуса Христа. Понимаете? Можно по-разному раскрыть, что означает 2, 2, 2, 2, 2, 2 и так далее, и так далее. И чего это умножение, и чего это благословение. Да, и аминь на все это, но самое главное для нас, дорогие, всегда является то, что происходит на уровне Божьего Царства, что происходит на уровне личности Господа. И этим летом Отец начал очень серьезно и по-особенному, по-новому помещать меня в откровение и понимание Его владычества, Его царствования на земле, которое Он собирается раскрыть, манифестировать. И этому настало время Божье. И Его время настало для этого. И я в свое время, более чем ранее, этим летом начала эти двойки видеть повсюду. И не просто двойки, но 3 двойки, 4 двойки. Они буквально окружали меня. И был некоторый период в несколько недель, когда Господь буквально уникальным, удивительным, совершенно сверхъестественным способом давал мне эти двойки, по 4 двойки, буквально бывало и несколько раз в день. Это не когда ты высматриваешь, я не об этом. Это не когда ты подтасовываешь факты и пытаешься что-то высмотреть и выискать. Нет, нет, нет. Когда Бог говорит, я понимаю, что это Господь говорит. И поэтому я хочу высвободить сейчас несколько мест Писаний, которые Дух Святой, я верю, наставил меня, показал мне, что означают эти двойки. И это главное мысль и главное послание, которое я высвобождаю сегодня, что это умножение правления Христа. Вот что, как мне Господь открыл, означают эти двойки, что Господь хочет нам сказать через это. И это прежде всего, дорогие, отметьте себе местописание, которое прекрасно вы знаете. Это Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела». Вот двойки. Прямо сейчас я вижу, что вы пишете в комментариях к этому видео, что вас тоже окружают двойки везде. Вот сегодня это слово, также, я верю, будет для вас направлением определенным или подтверждением. «Умножению владычества Господа и мира его нет предела на престоле Давида и в царство его». И вот это является ключевым словом
для меня в толковании этого послания. Умножение владычества, то есть правление, царствование Иисуса Христа на земле. Вот во что мы входим, вот что Господь совершает, и то, что мы начнем с вами видеть в ближайшее время. Приготовьтесь, мы начнем видеть умножение Царства Господа. Это время, когда тьма и свет все больше разделяются и становятся видимыми. Это время, когда Царство тьмы обнаруживается больше, но Царство света сияет больше. Это время, когда нет уже места определенной смешанности, да, Царство смешанное, частью то, частью то, как в истукане, да, но это время, когда это разделяется, и это разделение приносит сам Иисус Христос, который является камнем, который оторвался от горы. Поэтому время приготовить себя к умножению владычества Христа в нас и в наших нациях. Амен. Что ж, в этом портале Откровения также Исаия 2:2, 2 глава, 2 стих, 2:2, да? «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Вот, дорогие, время, в которое мы живем и куда мы восходим. Мы будем видеть воплощение Божьего правления на земле. Это будет выражаться во все большем разделении царства тьмы и света и умножению царства Господа. Он победитель. Даниил 2:2. Описывает, как вы знаете, того самого истукана, символизирующего ряд, последовательность определенных царств, и которое в конце концов разрушает в ноги камень, оторвавшийся от горы, который есть Иисус Христос, наш краеугольный камень, который разрушает этого истукана и утверждает царство, которое наполнит всю землю. И это, внимание, Даниил 2:44. Вот, пожалуйста, вам снова, даже через таким образом Господь обращает внимание, что и здесь 2 и 4, 4, это 2:2:2:2. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил и железо, и медь, и глину, то есть все царства истукана, серебро и золото, все системы и организованные системы нечестивцев. Все это и золото будет разрушено. Великий Бог таким образом тогда дал знать царю, что будет после этого, то есть что грядет. И мы с вами живем в то время, когда это грядет и когда это наступает. Слава Богу! Также Исаия 2:2:2:2, 22:22. Когда Господь говорит, что вместо человека, который противился Богу в исполнении его воли и шел на рожон против воли Божьей, он поставит Елиакима, то есть своего избранного. А мы с вами это знаем, это в 20 стихе происходит. И вот 22:22, и ключ дома Давидова. «Возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Возьмите это для себя, дорогие. Это проявление царствования, которое имеет каждый рожденный свыше, знающий Господа Иисуса Христа, христианин, может ходить во власти Исаия 22:22, имея понимание этого, будучи подготовлен в своем характере и в своем посвящении Господу. И понимая, что Господь совершает в это время, задействуйте ключ Исаия 22:22 в это время, в которое мы восходим. Я верю, это один из важнейших ключей, которые Господь собирается вместе с нами задействовать на земле. И закончу, дорогие, еще одними двоечками, дабы укрепить сегодня ваше это послание и ваше, я верю, откровение также об этом, в котором вы возрастете. Это Луки 11:2. И снова, дорогие, 2:2, да? «Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе». Да придет царство Господа нашего Иисуса Христа и будет на земле, как на небе. Дорогие, будьте благословенны, с миром Божьим. Пока-пока.